хорошая даже. Отлично, можно играть здесь. Так мы не тут будем играть. Как? Ну, не здесь? Не, нет. А, все, все, ребят. Тогда мы сейчас поедем вам покажем хорошее поле, настоящее наше. Такую команду, как «Ингулец», любой команде нужно еще обыграть. Если при всех. Почему? Потому что очень организовано. Все, организация игры очень хорошая. Но понятие, как играть в атаке, очень хорошее. Поэтому это главенствующее. Значит, ты говоришь, что хорошо работает тренер. Но ясно, что и как поле подготовлено здесь. Это говорится, что человек, ну, вы поймите, здесь или у нас там. Разные вещи. Здесь люди любят футбол, и поэтому футбол вкладывают деньги.